они горят. Планируя путешествие в Грузию, мы искали самые выгодные варианты и остановились на полете во Владикавказ. Так билеты нам обошли 7000 рублей на человека с включенным багажом, а трансфер от аэропорта до Степанцминда 3500 рублей. Продолжаем наше путешествие. А он нас догонит вообще? Ну кому-нибудь подсядь. Он не говорил, я его перестраиваться не говорил. Давид, как тебе за рулем? Нормально, по 500 рублей скидываем, передаем за проезд. Пробки в сторону границы были жуткие, но мы ехали максимально пронырливо, и путь у нас занял 5,5 часов вместо 12,5, которые честно отстояли наши друзья. Дорога была максимально интересной, так как наш водитель все время искал лазейки. Даже выходил, договаривался с другими водителями, чтобы нас пропустили. Управление автомобилем в этот момент я брал на себя. Вас встречу наконец-то в горах в Грузии, где мы еще могли сами. Ура! Степанцминда мы сделали первую остановку уже на грузинской стороне. Там мы встретились с друзьями. Место выбрано не случайно, так как именно здесь я сделал предложение своей жене у Троицкой церкви у подножия Казбека. Решение остановиться в Rooms Hotels Казбеке после долгой дороги считаем лучшим. Мы выехали из Казбеки и едем в Тбилиси. Наше путешествие продолжается. Вон. Есть. Не видно? Вон, смотри, к Юле, господи, эти карбюраторы. Поплошка. Пыль-ка-то. Ага, буль. Это быки. Взяли сим-карты. Это оператор МакТим. Заплатили мы 10 лари за eSIM. Это не в обычном понимании сим-карты, это она электронная по QR-коду. 7 лари заплатили за безлимитный интернет и закинули на всякий случай пару лари для звонков. Так что весь огонь. Друзья, расскажите ваши впечатления о рынке. Здорово! Это кто что купил? У нас вот тут по 2 килограмма йогурт в каждом ведре. Если вы в Грузии, знаете, покупать по 1 килограмму ничего нельзя. От 2, а лучше от 3. А где тут у нас баклажан? 5 килограмм баклажан. Сильно приехали, говорится. У него там всего лишь 10 килограмм. И две курицы. Шоппинг по-грузински. Зачем мы приехали? За вином! Хотим ли мы его убить после вчерашнего? Не хотим!
Так как одной из ключевых идей поездки было отпраздновать годовщину свадьбы, первым делом в Тбилиси мы занялись подготовкой, отправились на рынок и за вином. А у нас тут свадьба. Всегда говорил, люди, я устал слышать плохие новости. Давайте что-нибудь на хорошее, что-нибудь, мероприятие всегда соберемся. Так я на свадьбу попал. Да, видишь как? Люди, самое высокое, самое высшее такое, которое существует. Праздник в жизни – это свадьба. А остальное все гулянки. Это все гулянки. Сюда. Выбрались прогуляться по центру города. Температурному режиму в Тбилиси. На самом деле Ромка экспедиционист, и он всячески привлекает свое внимание. Купили немножко хинкали.
5 штук, а цель вот здесь картошка. Ой, Максим, картошку в чем я варить буду? Ты сказал, поставь 3 кастрюли. Я сказал 4. Ты сказал, поставь кастрюль, ты картошку не говорил. Я сказал 4 кастрюли. Грибы. Соль. И сыр. 10 штук грибов, 20 штук сыра ты сказал. И 35 штук этого. Какую отрицали? Вот я сейчас грибы засыпаю. Да, я лично это охоту. Конечно. А почему? Мне так нравится этот соус. Какой-то прозрачный слишком. Снимаем пробу с хинкали с грибами и с мясом. Грибы с мясом? С сыром. Короче, у нас никак не приспособлены кастрюли для таких вещей, поэтому что-то чуть бывает рвется. Ну что, может что-нибудь какую-нибудь лопаточку что-то поднимать, а их перекладывать. За хвостики. Знаешь, что они так немножко вещи чуть раскрылись или разварились. Очень классно. Даже разварились. Ну я знаю, потому что я никогда не варила. Почему? Надо кружку. Никогда не варила. Зачем? Я пойду и покушаю. И кому мне дома варить? Это там, где сливаясь и шумят, обнявшись будто две сестры, струи арагвы и куры, был монастырь. В один из дней мы решили доехать до Джвари, монастыря, который стоит на слиянии арагвы и куры. Конечно же, посетили Мцхету, город-музей под открытым небом, первую столицу Грузии. Батуми вот такие мне дают белые. Это если бы мы поехали все. Нет, четвертой Алинки не хватает. Ну, вот можно сказать. Алинка не ест. Девочки, смотрите, здесь у меня лежат чурчхелла с фруктовыми соками, белое яблоко, абрикос, гранат. Три сорта, разные сорта виноградные, с грецким орехом. Вот таких два раза окунаем, она сочная.
впереди лежат то же самое чурчхелла, только здесь у меня киви, гранат, виноград с медом добавляем. Вот таких худеньких. Один раз окунаем, она получается, здесь чувствуется больший орех. Здесь у нас чурчхелла с фундуком. Соки одинаковые, виноградные и фруктовые. Только... Так, что скажешь? Возьми водичку. Вкусно? Холодную. Какую ты хочешь? Ребята, более вкусные, кстати, чтобы знали, это классическая. Я классическую люблю. Ты хочешь классическую тебе взять? Какая классическая? Да? Да, две классические. Хорошо, я вам положу разные цвета. Вот такую, оба вкусные. И какую еще? Абрикосовый? Киви. О, нет, яблочную. Яблочную. Хорошо. Вот так. Какая яблочная? Добавьте еще одну, если хотите. Очень вкусная Изабелла. Сорт винограда будет все вместе 10 лари. Да. Ну-ка. Давайте. Изабелла более ароматная, давайте, ребят. Добавить вам? Давайте, давайте. Хорошо. 10 лари. Мы выехали из Тбилиси, едем в сторону Батуми. Большой дружной компанией. Ну не вряд ли. Спасибо. Только дверь, если можно, закрывай, там кондиционер работает. Четыре человека, да? Четыре взрослых и ребенок. В один из дней мы решили выбраться из Батуми и посетить Мартвийский каньон. Заходя вперед, скажу, что обязательно к посещению его назвать нам точно не удастся. Вход стоит 17 лари 25 Т3, прогулка на лодке по 15 лари с человеком. Вот, ну. Давид, рядом. Мы поместимся рядом? Да. Вот два на подушке. Середине двоих. А я назад? Thank you.
Пляжи и море в Батуми не самые чистые, поэтому купаться и загорать мы ездили к турецкой стороне в Сарпе и Квариате. Стоимость аренды лежака и зонтика составляет по 5 лари. По дороге в Тбилиси с нами случилось ЧП, и у нас на скорости лопнуло колесо. Проблему решили собственными силами, как видите. Можно тоже так сделать? Привет! Маленькие, как ты маленькая, ой, это какие-то еще темненькие. Да, темные, черненькие, светленькие. Типа. По приезду мы узнали, что у соседки появились цыплятки и отправились на проверку хозяйства. Ой, телята там. Ух ты, телятки. Хозяйство. Это хозяйство меня кормит. Правда, грязновато. Ну, что делать? Что делать? Да? Да. Ой, ты смотри. Прелесть.